Ритм, энергетика и изоляция тела. Известный хореограф и балетмейстер Эльвира Таха проводит для студентов Самарского института культуры мастер-класс по джазовому танцу. Это удивительная культура, которая основывается как бы на первой, как и в музыке, это ритмическая синкопированная структура, когда ты можешь с телом синкопировать, чувствовать именно джазовую музыку через синкопы. Это сумасшедшая изоляция тела. То есть владение вообще джазовый танцовщик, это универсальный танцовщик, он может танцевать все. Потому что он включает очень много техник. Наш характер танца русский, он как бы параллельно где-то так перекликается с джазом. Эльвира Таха – хореограф Всероссийского образовательного молодежного форума «Таврида» и Всемирного фестиваля молодежи студентов в Сочи. Балетмейстер известных российских мюзиклов, эксперт высшей категории фестивалей в России и за рубежом. Обладатель медали и личной благодарности от президента России за вклад в развитие молодых деятелей культуры и искусства. Студентам Самарского института культуры Эльвира Таха рассказала о разных направлениях джазового танца, в том числе основах, которые уходят своими корнями в афроджаз. Мы всегда очень мечтали именно развиваться в нашем институте. Всегда хотели, чтобы были разные направления. То есть не в одном работать, а всегда по-разному. И когда есть возможность еще от института поучаствовать в каких-либо дополнительных мероприятиях, направленных на наше развитие именно в хореографическом плане, мы всегда только за. Мы очень счастливы и надеемся, что дальше это продолжится. У нас работают определенные преподаватели, мы берем как бы от них определенные техники. Когда приезжают какие-то другие люди, это большой шанс получить какую-то новую информацию, изучить новый материал. Самарский институт культуры уже не первый раз приглашает авторитетных специалистов для бесплатных мастер-классов. В ВУЗе планируют сделать это традицией. Это действительно важно для становления будущих специалистов. Они должны видеть все. Чем больше они знают, тем больше у них есть возможность выбора. Выбора того, кем они станут по окончании нашего ВУЗа. Поэтому я думаю, что все, что есть в силах кафедры, все возможное мы сделаем для того, чтобы наши студенты получали лучшие знания. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.